И в завершение выпуска. Кунгурские лыжники первыми в Прикамье взяли старт в лыжне России. Праздник лыжного спорта прошел в нашем городе в субботу, 13 февраля. Уже второй год подряд соревнования в Кунгуре проходят на день раньше, чем по всей стране. Объясняется это просто. Лучшие лыжники города хотят принять участие во всероссийском спортивном празднике как у себя дома, так и на следующий день в краевой столице. Эти соревнования проходят уже в 34-й раз, стали доброй спортивной традицией. Всем участникам соревнований желаю получить массу удовольствия, массу положительных эмоций, доброго, хорошего настроения. Здоровья всем, успехов, ну и всего самого наилучшего. Если последние пару лет погода в день лыжни была морозной, около 25 градусов, то нынче спортсменам повезло. На улице было всего около минус 8 градусов. Более подробно о соревнованиях и победителях гонки расскажем завтра в рубрике «На старт».